Приветствую всех, давайте разберем сейл Bitball Mystery Box. Он у нас будет по старой системе на Binance NFT 21 числа в пятницу в 14:00 по московскому времени. Заранее попрошу поставить лайк, я трачу свое время, экономия ваша. Тираж у нас 27500, цена практически $20 за коробку и $550 000 капитализация сейла. Давайте посмотрим, что у нас по информации. Через 12 часов открывается вторичка, и 100 баксов мы можем купить на аккаунт. Сколько раз уже повторял, количество, конечно, запредельно. Посмотрим, какие у нас NFT-шки будут лежать в данных боксах. Сразу видим какие-то девочки, комментировать это не буду. Они нам будут давать ревард и экспу. То есть вот они отличаются. И давайте посмотрим, что нам будут давать данные NFT-шки, что мы сможем с ними сделать. Объединив три карты, мы получим карту более высокого уровня, и мы сможем участвовать в игровой битве. Более скудного описания я, конечно, вообще не видел. Давайте посмотрим, может тут какая-то информация есть, но ничего дополняющего. Итак, давайте посмотрим, может нам сайт какой-то предоставит информацию. Нет, просто одна страничка. Поиграть мы не можем, потому что сейчас бета-версия только идет. На Marketplace тоже недоступен, то есть я вот кликаю, ничего не происходит, но отфильтровать и что-то посмотреть, как будет работать, мы в принципе можем. Но он также не запущен. Итак, давайте посмотрим Twitter данного проекта. У них 30 тысяч фолловеров. Посмотрим первый пост, который закреплен, у них 40 лайков всего лишь. Но тут просто розыгрыш был. И давайте посмотрим остальные посты. То есть 3 лайка, 8 лайков. И то это вот 21 час назад пост вышел, то что они обещают нам более 100 тысяч долларов ревардов на этих мистери боксах. То есть кто соберет вот такие коллекции NFT-шек, сможет поучаствовать в данном розыгрыше. Также кто соберет 3 более NFT-шек, получит X2 реварды и XPU. И также кто больше всего торгует на маркетплейсе 5 юзерам, за 3 недели выдадут $5000. Ну, с $500 000 можно соточку и отвалить. Также из интересных постов нашел тут, вот они запускали Bitverse 13 декабря, это агрегатор игры, лаунчпад, тут инструментарий для разработчиков и гильдии они разработали. Также нашел вот их разработчиков, скажем так, вот которых они только 26 декабря презентовали. Тут сказано, что человек 7 лет занимается software development, то есть он разработчик, и 4 года у него был опыт в блокчейн-индустрии. А про этого даже не знали, что написать, написали, что он просто бывший профессиональный игрок Dota 2. Ну, это просто смешно. Ну, я не знаю, может быть, это будущие какие-то сатоши, но информацию я про них не нашел, такую открытую. Нашел интересную статью на Yahoo. Прочитал все медиумы, честно скажу вам, после прочтения вообще задумался, как я живу без этой игры. Там так все красиво расписано, так что лучше мы тут просто ознакомимся с информацией. У нас будет несколько режимов в игре, PvE, PvP. В PvP, скажу так, мы будем там делать ставки, например, и победитель забирает весь куш. То есть там ставки у нас проводятся в токенах ARR и TAR, это их внутриигровые токены, они еще не вышли на рынок. Но ARR, скажу, это токен управления, то есть токен DAO, а TAR это внутриигровая валюта. Посмотрим, что у нас еще тут из интересного будет. Вот он, игровой опыт. Про токеномику вот тоже интересно, хочу заострить внимание. Вот они описывают, что многие проекты часто используют модели прибыли с высокой отдачей при запуске. А вот они же хотят типа токеномику Bitball, ну, попозже ее как бы реализовать. То есть хотят токеномику Bitball не вступит в силу быстро. То есть они, я думаю, вам не позволят сделать так, что вы первые вошли, вы больше всех заработали. Так у них не прокатит. И вот они... Вот про Bitverse я уже упоминал, что они вот предоставят разработчикам игр полное техническое решение, там через запишки можно подключаться. И также вот они на социалку ставят акцент, что вы в нашей игре не можете только играть, но также там знакомиться, общаться и так далее. Я думаю, это мало кому интересно. И вот сильные стороны команды мне понравилось. Команда добилась хороших результатов на игровом рынке Юго-Восточной Азии. Предшественник Bitball собрал более 40 миллионов пользователей. Сейчас я вам покажу игру, и вы просто поймете, какой это уровень. У меня почему-то, кроме смеха, это ничего не вызывает. Еще, кстати, родмап нашел их в Твиттере, вот пока я писал видео. Вот в 2021 году они, в принципе, все свои обещания выполнили. Вот тут из ближайших планов, и интересно, там мультичейн
решения они вот на эфире сделают, и другие публичные сети. То есть у них игра не только на БСК будет. И только в квартале третьем, 22 году, они оптимизируют play-to-earn токеномику, то есть, чтобы вы представляли. То есть быстро зайти в игру и там как-то заработать у вас не получится. И, в принципе, игру вы видели сами. Вывод, конечно, я думаю, вы сделали уже сами. Я не знаю, как вы до конца вообще видео досмотрели, но спасибо большое. Можете подписаться на мой телеграм-канал, он у вас сейчас на экране. Я тут провожу марафон от 500 до 1500 долларов. Вот мы сделали уже пару инвестиций и будем дальше смотреть, как развиваются события. Не пропускайте, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, удачи!